14 апреля в Курганском перинатальном центре на свет появилось двое детей. Ситуация, казалось бы, ничем не примечательная, если бы не тот факт, что новоиспеченные мамочки приходятся друг другу родными сестрами. В пятой палате у нас лежала пациентка Панькова. Предстояли третьи роды. Под утро привезли еще одну Панькову. Оказалось, что это две сестры. Родила старшая сестра в 7.20, мальчика на 3.200. И вторая сестра родила в 15.35 девочку с таким же весом, 3.200. И лежали они в соседних палатах. Все как в аптеке. Двоюродный брат и сестра теперь будут соревноваться, кто быстрее подрастет. Как говорят врачи, младенцы и их мамы чувствуют себя хорошо, вот только волнуются очень. Ведь впереди встреча с мужьями, которые, опять же, по удивительному совпадению, приходятся друг другу братьями, причем двойняшками. Мы немножко раньше родственникам сообщили о нашей беременности, а потом, наверное, через месяц, и они признались, что они тоже, да, ждут. И все-таки у семей Паньковых есть различия. Алена старше Инны на 2 года, а у братьев разница в возрасте всего 5 минут. Это ответ на вопросы многих, допустим, нас с братом. Чувствуете ли вы друг друга? Самый лучший ответ. Смотрите, как мы чувствуем друг друга. Дружные семьи теперь связаны между собой еще крепче. Через год они всей компанией будут отмечать один день рождения двоих малышей. Дарья Федерягина, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».